Приветствую вас. Прочитал ваш вопрос. Смотрите. Значит, есть здесь несколько нюансов, на которые хотел бы обратить ваше внимание. Я не знаю, насколько вы восприимчивы к таким моментам, да, то есть насколько вам это нужно, насколько вы готовы как-то вот прислушиваться к мнению психологов, да, или вы хотите только решить свой вопрос, вот. В любом случае я на него отвечу, на ваш вопрос, в любом случае отвечу. Ну, просто знали, да? Вот, отвечу вам на ваш вопрос. Но при этом еще хотел бы затронуть какие-то вещи, которые, на мой взгляд, тоже важны. И поскольку в хронологическом порядке эти вещи, они идут после, то есть идут, простите, перед вопросом, то разберу я сперва именно их, эти вещи, которые меня насторожили, на которые я хочу обратить ваше внимание, как психолог, вот. А дальше уже вы сами решите, как вам и что делать. Итак. Вы пишете, я в раздумьях, а как бы предложить ненавязчиво или подвести своего любимого именно к тому, чтобы он, ну, в общем, понятно. Нет, непонятно. Абсолютно. А дальше, точка и новое предложение. Использовал ненормативную лексику во время самого процесса. Вот здесь сразу несколько моментов. Первое, почему не называете сексом? То есть, ну, свои вещи, вот вещи своими именами, почему не называете? То есть, своими во время процесса, то есть, зачем такие сложности? Вы стесняетесь секса? Или как? Это вот первый момент. Второй момент. Значит, использовать ненормативную лексику во время самого процесса. То есть использовать ненормативную лексику, грубо говоря, на вас материть. Вот вы хотите, чтобы вас материли, а другими словами ругали. Значит, раскрывают вас, раскрывает вас мазохистическую личность, мазохистический тип личности. То есть человек, которому хочется, которому нравится, когда его ругают. Это означает, что в детстве вы, грубо говоря, привлекали к себе внимание, пытались привлечь себе внимание. А вот через, значит, выполнение совершения поступков, которые вам, которые, как вы знали, совершенно точно вызовут, ну, скажем так, негатив. То есть вы вот вполне возможно вот именно хотите, чтобы вас ругали, вот. И вопрос весь заключается в том именно, что, ну, как бы, насколько вам это важно, чтобы вас ругало, вот, что, насколько и как сильно вы
нуждается в том, чтобы вас ругали. Вот. Понимаете ли вы, к примеру, что это проблема? Отдаете ли вы себе отчет в том, что это проблема? Вот. То есть вот здесь вот такие моменты, их нужно разбирать, такие моменты нужно исследовать, вот, на мой, по крайней мере, взгляд. И уже, значит, соответственно, либо корректировать это, либо принимать. Вот. Но опять же, да, если вы не готовы, то это нужно себе признаться. И определить, что, значит, ну, то, скорее всего, это будет впоследствии, значит, ну, доставлять вам ряд проблем. Вот. К сожалению. Дальше. Значит, вы пишете, что, значит, на вопрос, захочет ли, а не отвернет ли его от меня прямая, но вопрос, захочет ли, не отвернет ли его прямая просьба обладать меня матом в постели. Знаете, какая штука? Нет, если вы дадите ему понять, что вам нужно. Вот. Если вы дадите ему понять, как вам нужно, если он вас любит, то ничего не будет такого. Это совершенно точно я могу сказать вам. Вот. Другое дело, что здесь проявляется то, что вы боитесь быть брошены, по-видимому. Вот. И страх быть брошены, он родом оттуда же. Оттуда же, откуда у вас, собственно, и вот это вот потребность в том, чтобы вас ругали. То есть потребность, ну, в грубостях, скажем так. Вот. Понимаете, да? О чем идет речь? Дальше. Потребность в таком вот негативе, да, связана с тем еще, как правило, что человек нуждается в границах. То есть человек хочет чувствовать себя защищенным, а сам свои границы не видит, не осознает, не чувствует. Вот. И вам нужно, чтобы вас облагали, условно говоря, матом, для того, чтобы чувствовать себя лучше. То есть вы таким образом, вы, ну, совершенно верно,
таким образом вы чувствуете себя лучше, но только потому, что вам не хватает личных границ. То есть вы не чувствуете себя в безопасности, вам необходимы ограничения, которые сами себе вы поставить не можете. Это, знаете, вот, можно интерпретировать так, что вам, вас недообнимали в детстве. Вот. Либо наоборот, обнимали слишком много, а вы, не верили, что это искренне. Вот. Такая история тоже вполне себе может быть. Дальше. Так, у меня был печальный опыт, когда это казалось настолько неприемлемым для партнера, что повлияло на судьбу наших отношений. Здесь момент какой? Вы ведь выбираете себе мужчин таких, которые, мягко говоря, не будут, естественно, облагать вас, собственно, матом. И вы отдаете себе в этом отсчет. Вы выбираете себе мужчин культурных и так далее. И хотите, чтобы именно они облагали вас матом. Вот. И это тоже, на мой взгляд, не случайно. Почему? Возможно, так вы пытаетесь доказать, так вы пытаетесь показать, что вы значимы. Так вы пытаетесь почувствовать себя значимым. То есть для вас вот этот вот момент, когда интеллигентный мужчина делает что-то такое, вот что для него, значит, к примеру, для него не свойственно, да, вот. А для вас означает как раз, что вы для него значимы, видимо, вот. И, соответственно, вы себя, таким образом, вы себя чувствуете лучше. То есть тут вот в том и момент заключается, что, необходимо определить, какое значение для вас имеет подобные грубости. Вот. Потому что это важная история. Именно для вас что значит? То есть там вот, к примеру, прежде чем с мужчиной, да, прежде чем у мужчины просить что-то, сперва нужно для себя понять, чего же я все-таки хочу, что же мне все-таки нужно конкретно, да? Например, если вы скажете человеку, что я хочу, допустим, при занятии с тобой сексом чувствовать себя острее, вот. Это уже совсем не то же самое, то есть как просто давай ругайся на меня. Но это потребует от вас определенных все-таки действий.
Дальше. Вы пишете, так, вы же интеллигент, я очень стесняюсь ему на это как-то намекнуть. Вы стесняетесь, то есть вам стыдно. Чувство стыда. Стыд это, с одной стороны, непринятие себя, непринятие своих, ну, условно говоря, своих желаний, своих потребностей, того, что для вас, к примеру, важно, вот. То есть это вопрос к вам. Как часто, к примеру, вы испытываете стыд, вот. А из-за чего вы испытываете стыд, ну, в смысле, по поводу чего вы испытываете стыд и его истоки. То есть, образно говоря, без истоков вашего стыда, да, без понимания того, откуда стыд взялся, и без источников обесценивания себя, освободить вас от этого не получится. А освободиться от этого нужно, потому что получается, что вы ведете себя человеком неестественно. Это не вы. И расстаться с вами, именно расстаться с вами, партнер может не потому, что ему так вот не нравится использовать ненормативную лексику, а просто потому, что он-то думал, что вы другая. Он-то думал, что вы иная, он-то думал, что у вас, что вы там, ну, у него был один образ, а вы взяли его и разрушили. Вот. Поэтому тут вот нужно особенно внимательно подходить к вопросу репрезентации себя. Для этого от стыда нужно избавляться. Вот. И не справляться, а избавляться, то есть раскрывать его, раскрывать это чувство, что за ним стоит. Стыд – это... Ну, в данном случае. В данном случае стыд это подавленное желание выразить себя. То есть каждый раз, когда вы испытываете стыд, вы на самом деле хотите себя выразить, но не считаете для себя это возможным должным. Дальше. Крыша сносит от этой фантазии. Приходится довольствоваться малым, представляя такие сцены во время самоудовлетворения. Ну, тут опять же, да, то есть это потребность, возможно, вот именно в том, чтобы во время секса, то есть это, ну, достаточно интимный процесс, да, чтобы вас ругали, то есть почувствовать себя вот, вот как вы себя чувствуете, когда вас ругают, вот, да, то есть это такая вот история. То есть мне кажется, понимаете, если бы вы не стыдились, если бы вы не стыдились, наверное, я ответил бы вам так же, как Марина Голикова, вот. Но стыд в купе с тем, что вы хотите, чтобы вас ругали, в купе с тем, что вы уже одни отношения, по сути, ну, потеряли, да? Вот, а это уже сценарий. Потому что в одних отношениях проблемы были, раз разошлись, сейчас в отношениях проблемы, то есть, очень возможно, что вы боитесь близости или вот у вас запрет на близость. Тут вот нужно более глубоко копать. Дальше, хочется с любимым, скажите, пожалуйста, по каким признакам понять, что он может быть не против такого в постели? Ни по каким признакам, на самом деле, только если он мат использует, только по такому признаку, то есть если он использует мат, значит да. Но это признак косвенный, потому что в постели люди могут вести себя совершенно иначе. Вот, так что, ни по каким признакам, абсолютно. А если что, я себя тоже веду в повседневной жизни очень скромно. А зря. Если бы вели себя нескромно, может быть, вам и не хотелось бы, чтобы вас в постели обкладывали матом. Потому что все это очень напоминает, знаете, такую, ну, бунтарскую идею. Ну, вот, а это неприемлемо, опять же. Ну, как неприемлемо, можно так, конечно. Но, как вам сказать, так-то можно, но больше от этого
негатива, чем позитива, понимаете, вот. То есть вы, по факту, да, вы себе только вредите таким образом. По факту вы себя только вгоняете в еще больший раздрай, еще больше расстройства благодаря такой модели поведения. Вот. Я не уверен, что это то, чего вы хотите на самом деле. Вот. Так что здесь вот так. Да. То есть, по сути, какой к нам вопрос? По каким признакам понять, что он не может против такого в постели? А, только по косвенным признакам и только по его эмоциональному состоянию. То есть, если человек эмоционален, если он склонен к тому, чтобы вспыливать, если он склонен себя сдерживать, а потом стихийно свои эмоции выражать, то косвенно он не против. Но ведь это скорее мораль, а моральные устои человека, они сугубо индивидуальны, поэтому говорить о том, об этом, это, по сути, играть в угадайку, вот, а психологи этим не занимаются. Лучше, если вы проработаете свою позицию, грамотно ее донесете, вот. При этом, как сказала Марина Голикова, поинтересуйтесь фантазиями мужчины. И твои фантазии нужно выражать, как бы так, в виде размышлений. То есть так, чтобы партнер не воспринимал это сразу как требование, как какое-то предъявление. Вот. То есть тут вот тоже нужно поработать над формой. Идеально для вас было бы проработку ваших собственных противоречий, чувства стыда и скромности с коррекцией поведения с молодым человеком, ну и вообще, я так думаю, социально. Вот, это было бы идеально, чтобы вы одновременно и корректировали поведение, и в себе разбирались. Тогда бы вы почувствовали себя свободно, и уже бы не было бы у вас таких проблем. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку в Дорота Ночь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.